Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, третьей седмицы Великого Поста, и на будних днях, как я уже сказал, мы с вами продолжаем чтение книг малых пророков Ветхого Завета. Эти книги важно читать, и важно познакомиться с общей канвой повествования в этих книгах, дабы в будущем, когда мы будем читать послания апостольские, мы видели фундамент, на котором выстраивают свое повествование, свою аргументацию апостолы в некоторых местах, когда они ссылаются на книги ветхозаветных малых пророков и великих пророков. Итак, мы с вами уже прочитали, познакомились, вернее, с книгой пророка Осии, с книгой пророка Иоэля, и теперь в нашей череде стоит пророк Амос. Книга пророка Амоса. Она очень замечательна и примечательна тем, что именно в рамках этой книги показана иллюстрация новозаветных слов апостола Павла. «Господь избрал немудрых мира сего, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира Бог избрал, чтобы посрамить сильных». Действительно, как сказал Господь наш Иисус Христос, «много званых, да мало избранных». И нужно понимать, что Бог нелицеприятен, как говорит пророк, вернее, апостол Иаков в своем соборном послании. Он не смотрит на лица, он не смотрит на ваш статус, на вашу красоту, на вашу речь, на ваше умение поставить себя в обществе. Он смотрит на ваше сердце прежде всего. И в этом смысле неважно, кто ты, человек, которого знают все, или человек, которого никто не знает, богатый ты или бедный. И вот мы посмотрим сейчас на личность пророка Амоса. Ведь нужно сказать, что в ветхозаветном обществе, да и в принципе тогда в семитском обществе существовала целая традиция пророков. И пророк, если можно так сказать, это была некая профессия. Действительно, при дворцах, при дворе царей существовал целый институт пророков. Сейчас мы их называем аналитиками. И, допустим, таким вот пророком при царе был пророк Исаия, к примеру. И они были из знатных родов и так далее. Но мы видим, что для Бога не это важно при выборе того или иного пророка. Для Бога важно именно сердце человека. И как раз-таки книга пророка Амоса говорит об этом. И говорит об этом, начиная с призвания. Еще одну вещь скажу, прежде чем приступить непосредственно к чтению книги и некоторых отрывков из нее. Для библеистики, для святоотеческого толкования очень важно смотреть на какие-то особые аспекты в той или иной книге или в том или ином разделе книг Священного Писания. И когда мы рассматриваем книги пророков, очень важно, что там есть определенные главы, и пророки упоминают о своем призвании. Не все, но многие. И вот это призвание, оно тоже очень важно. Если, допустим, мы не видим какого-то конкретного призвания у предыдущих пророков, которых мы читали, то у пророка Амоса это есть. Это есть у пророка Исаии, это есть у пророка Иезекииля, знаменитые главы о призвании пророков на их служение, о чем даже в нашей отечественной литературе есть стихосложение, да, стихи написал, например, Александр Сергеевич Пушкин, да, «Духовный жаждую томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестокрылый Серафим на перепутье мне явился». Это как раз-таки о призвании пророка, соответственно, одного из библейских пророков. Соответственно, книга пророка Амоса. Кто такой Амос? Во-первых, он нес свое служение во времена царей Азии Иудейского и Иеровоама Израильского в Северном царстве. Хотя, по сути, по своему происхождению, он был из Иудеи, из Южного царства. Он был простым пастухом, он не был знатным. И вот, когда Господь призывает Амоса выйти на проповедь, выйти на пророческое служение, он отвечает: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал смоквы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: иди,
«Пророчествуй народу моему Израилю». Книга пророка Амоса, 7 глава, стихи с 14 по 15. Служение Амоса определяется не его происхождением, но призванием. Именно Господь призывает того или иного человека. И нельзя самого себя поставить на это служение. Можно быть только призванным. Это очень важно. Далее одна из главнейших тем, как всего корпуса пророческих книг, так и конкретно данного пророка, пророка Амоса, это суд. Страшный суд. И мы видим это у других пророков, так или иначе, эта тема в большей или меньшей степени прослеживается. Эта тема видна и у пророка Амоса. И чем она отличительна от предыдущих малых пророков, которые мы с вами рассматривали? Здесь идет речь о суде, как бы географически он концентрическими кругами собирается вокруг народа Божия Израилева. И сначала суд идет, речь идет о суде над языческими народами. И постепенно эта спираль закручивается и сосредотачивается на суде над народом Божиим. Что говорит Господь? Господь говорит о том, что те народы, которые окружали народ израильский, народ иудейский, да, то есть вот эти два царства, языческие народы, они будут судиться. Он говорит, что суд этот будет не по тем критериям, которые, как нам кажется, могут быть. То есть то, что язычники не поклоняются идолам, то, что язычники, они уклоняются от истинного богопознания. Речь идет о другом. Речь идет о нравственности. За что осуждает их Господь? За что будет суд? По каким критериям будет судиться языческий народ, который тогда окружал Северное и Южное царство? Это немилосердие, жестокость, отсутствие братолюбия. Вот критерии, по которым будет судиться языческий народ, по словам Господа у пророка Амоса. И далее идет требование правды Божией. А правда Божия – это как раз-таки присутствие в святости Божией, что характеризуется как раз-таки общим нравственным началом, по которым будут судиться как иудеи, так и язычники. И далее вторая тема, которая, вот эта концентрическая спираль, которая собирается вокруг языческого народа и постепенно приходит к народу израильскому. Это суд над Израилем, суд над народом Божиим, разделенным на два царства. «За три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их», говорит Господь о языческих народах. И потом он говорит во 2 главе 4 стихе: «За три преступления Иуды и за четыре не пощажу их». Это типичная речевая формулировка пророческих и вообще, в принципе, в ближневосточной литературе, семитской литературе. Это идет речь не о количестве прегрешений, а о некой мере, да, то есть определенная мера, положенная Господом. И когда люди приступят эту черту, выйдут за рамки этой меры, тогда и будет этот суд. И эта мера, она определяется вот такой числовой игрой. «За три преступления и за четыре не пощажу их». Книга пророка Амоса, 2 глава, 4 стих. Это же есть и в книге притчи. Например, вы можете увидеть, посмотрите, книга притчи, 6 глава, 16 стих. Там тоже этот прием показан. И что самое главное пророка Амоса? Он бьет вот этим своим пророчеством в самое сердце гордости, национальной гордости, что на самом деле иудейский народ ничем не отличается от языческих народов, которые их окружают. И вот что он говорит в 9 главе 7-8 стих. «Не таковы ли, как сыны, не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора и арамлян из Каира? Вот, очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли». Иудеи и Израилю идет такой же суд, как и языческим странам. И в этом смысле мы должны помнить, что очень важно нам сохранять чувство присутствия Божия в нашей жизни и следовать за Господом, не оглядываясь ни на кого, не оправдывать себя чужими грехами, а смотреть на грехи свои, чтобы нас не постигла участь народа Божия в Ветхом Завете. Ведь мы новозаветный народ Божий, мы Церковь Христова. Итак, будем молиться и приносить Господу плоды покаяния. Я желаю всем
следовать дорогою поста, смиряться, поститься и каяться в своих прегрешениях. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое.